Все автомобили, в том числе на иностранных номерах, должны будут оформить приднестровскую страховку. Пока это законопроект, который обсудили в правительстве. Дальше решать будет Верховный Совет. Зачем нужна инициатива, доходчиво объясняют в МИДе. Возникает ДТП на территории Приднестровья, виновником которого является резидент Республики Молдова, имеющий исключительно страховой продукт Республики Молдова, полис ОСАГО-РМ. Молдавская страховая компания, продавшая этот полис, отказывает в выплате пострадавшему лицу в Приднестровье. Причины разные, не признают техосмотр Приднестровья или протокол ГАИ, или вообще говорят, вы должны были доказать в течение 2 часов, приехав в Молдову, что не пили за рулем. С июля 23-го в МИД регулярно поступают обращения. Чтобы обеспечить, скажем так, целостность страхового поля на территории Приднестровья, чтобы защитить интересы наших автовладельцев при возникновении ДТП. И думаю, что мы это сделаем, и в том числе в части повышения суммы штрафов за отсутствие полиса ОСАГО приднестровского образца. Раньше между Кишиневым и Тирасполем действовало соглашение о взаимном признании страховок. Договоренность еще с апреля 2015-го. Но в последнее время ее все чаще нарушают. В Молдове не признают приднестровскую страховку, требуют только молдавскую. Если ее нет, выписывают штраф от 1,5 до 3 тысяч леев. Теперь, если Верховный Совет примет инициативу правительства, все станет симметрично. Хочешь ездить по Приднестровью – покупай нашу страховку.